Меня художник Александр Лёнин, я обращаюсь к частникам, к владельцам мелких магазинов, каких-то заведений, ларьков, которые я могу бесплатно разрисовать. Все, что вам нужно для этого, это просто написать мне паблик мой или мне на страницу. Ссылка будет в описании. Там вы посмотрите мои картины, которые я делаю. И ваш магазин. Почему вам это необходимо? Потому что почему вам это выгодно? Потому что вот у вас стоит магазинчик, допустим, или какой-то ларек, допустим, вот кофе или шаурмы в доме. То есть, стена дома здесь, и здесь ваш магазинчик, здесь рядом конкуренты. Вы оформили свой дом, вывеску оформили, и рядом конкуренты тоже оформили. Допустим, кто-то из них дизайном оформил, вырвиглазным, там, который отталкивает, или просто бездушным. Кто-то еще как-то каким-то дизайном оформил. Я же предлагаю вам оставить ту вывеску, которая у вас есть, но рядом, вокруг этой вывески, вот, допустим, здесь эта вывеска, рядом, вокруг стены и внизу, где тротуары, я могу выше даже и сбоку, если там арка, то там, где арка, вокруг, где позволяет ваша территория частная, потому что я, например, видел пивной магазин, вот, который занимает не просто одну стену, а он еще угол на углу находится, он все вот эти вот две стены на углу занимает его плакат. То есть вместо этого плаката могли бы быть мои рисунки. И сейчас я объясню, почему вам это выгодно. Потому что это принесет вам прибыль, принесет вам посетителей и славу. То есть вы будете, у вас возьмут интервью, потому что это что-то необычное. Смотрите, я приеду в ваш город, если вы, вам достаточно написать, вы ничего не тратите, я бесплатно рисую, разрисовываю сначала один пейзаж небольшой рядом, светлый, который не бросается в глаза мелками. Смотрите, какими мелками я рисую. Буквально вот такими детскими мелками простыми, которые на стене держатся бесконечно. И вот я разрисовываю. Вам не нравится, я просто перестаю рисовать, и все. Вы ничего не теряете, ни капель денег не тратите. Сам рисунок может остаться, я могу его стереть, могу вам свой паспорт оставить. Если понравилось, или спросите у проходящих, я могу сам опросить проходящих, или вы спросите, нравится? Нравится. Обычно стены в Петербурге или вообще у нас в России, обычно они такие постапокалиптические, серые, все такие полуобвалившиеся немного. И таким образом, если вы позволите, я разрисую пейзажами, мелками, в необычной технике, в такой оригинальной, вручной работой, всю вот эту вот стену, которая позволяет ваша территория, вашего магазинчика. И внизу можно тоже разрисовать. Там нужно будет специально чем-то покрыть, чтобы оно держалось. Я буду рисовать платно, потому что всю жизнь я рисую пейзажи эти бесплатно в своем городе. Вы можете посмотреть по ссылке, за свои средства подрабатываю разным грузчикам или
расклейщиком там разным. И дело в том, что запрещено рисовать на стенах, у меня из-за этого проблемы были. Поэтому я ищу не у государства помощи, а у частного лица. Например, владельца какого-нибудь магазина или всего там, ну, какого-то. Вот желательно, в идеале это было бы какой-нибудь ларек кофе, который встроен вот в стену дома, вот стена дома, да, ну, то есть, и он вот там вот находится, ларек. Здесь вокруг стены. Там дальше следующий магазин с вревоглазной рекламой пива, допустим, да, или чего-то. И вот я разрисую вот эту вот стену, которая вам принадлежит, с пейзажами, которые вот они не похожи ни на что. Это не краска, это особые пейзажи, когда я рисую, я растираю мелками. Ну, здесь нету подходящих нормальных, я их все убрал. Вы посмотрите по ссылке. Я растираю мелок, смешивая оттенки, каждый оттенок пальцами своими. Наношу мелок, смешиваю оттенки. И люди, которые проходят, когда они видели, когда я рисовал, я рисую с 17 лет так на улицах. Сначала на плитках бетонных серых, а затем с 2013 я стал рисовать на горизонтальных поверхностях. И они, люди были в восторге всегда. Только крайне редко какая-нибудь тетушка выходила и с какой-то злости или зависти там нападала на меня и вызывала полицию. Но если я буду рисовать, хотя там ничего криминального не было, там просто пейзажи светлые, серия маленьких светлых пейзажей была. Вы можете посмотреть по ссылке под видео. И эти пейзажи, они действительно вручную выполнены, живые. Они держатся на стене бесконечно. Я проверял уже. У меня в городе есть пейзажи нарисованные, которые не стерли, которые не заставили меня стереть. Они бесконечно держатся. Даже их, я их покрывал лаком. Если бы я даже те, которые не покрыты лаком, они бесконечно держатся. И этот сделает ваш магазин оригинальным. Он станет привлекательным для прохожих, потому что вот эти пейзажи, они не бросаются в глаза, но при этом они, в отличие от вырвиглазной рекламы, которую надоело всем, но они вызывают восторг у прохожего любого. Я лично это видел, лично это замечал. И даже лично, есть даже видео, где я рисую, и там просто люди, ну, респектуют, положительно относятся. Я рисую уже очень давно, и ни копейки за это не заработал. То есть я делаю это от души. Все, что я хочу, чтобы мне разрешили рисовать на стене для города среди бела дня. Я буду рисовать бесплатно. И я считаю, что от этого увеличится ваши посетители, ваше зрение. Потому что их будет привлекать эти пейзажи, они будут их рассматривать. Они будут останавливаться, там, рассматривать их. Это будет привлекательно. Это будет красиво. Это светлые будут пейзажи. И они обратят внимание на ваш магазинчик. И у вас появится несколько раз больше, или во сколько-то раз больше посетителей, и совершенно и логично дохода. Я никакой зарплаты, мне никакой зарплаты не надо. Я просто рисую и так всю жизнь бесплатно. Все, что я хочу, чтобы мне позволили рисовать на стене города. На городской стене, на которой я смогу рисовать, потому что она принадлежит частнику. Вот. И что еще сказать?
Если у вас, если вы смотрите, вы можете рассказать это своим знакомым, кто владеет магазинчиком каким-нибудь или каким-то заведением небольшим. Или, например, особенно вот если детское, что связано с детским или какими-то развлечениями, это тоже подойдет. Да вообще любое. Это любое. То есть у нас города серые очень. И в основном стены такие ну, там много грязи на стенах, они полуобвалившиеся, они некрасивые. И вот эти пейзажи, они украсят это и привлекут к вам посетителей. То есть конкретно ты, если ты бизнесмен, бизнесмен, ты обогатишься. И если ты захочешь, то часть, ну, сколько, если у тебя будет прибыль дополнительная, то ты можешь, я даже не буду знать, сколько у тебя прибыли там, просто сколько хочешь, можешь мне, ну, заплатить за это, сколько захочешь. Мне все равно, потому что я всю жизнь рисую бесплатно, мне никто, ну, никто никогда ни копейки за рисунки мелками на стенах или на тротуарах не платил за всю мою жизнь. Вот такое обращение, распространите его, расскажите своим знакомым. Я художник Александр Аленин, пейзажи. ВКонтакте я подписан как Тихон Мышкин. Сообщения открыты, страница открыта. Паблик есть. VK.com Outsider. Ну, в общем, по ссылке вы увидите рисунки. Я рисую я работаю, пишу в разных направлениях. Я обучался, работаю в разных направлениях. Я каждый день занимаюсь рисованием. И я просто, это моя мечта жизни. И я собираюсь всю, я мечтаю всю жизнь просто вот так рисовать с утра до вечера, как я и делал это раньше. Только я не могу уже сидя вот так вот склонившись рисовать. Мне нужно на стоя рисовать, потому что у меня спина болит из-за того, что я грузчиком работал, из-за того, что я много сидя рисовал на корточках и испортил себе спину. Я уверен, что я принесу вам пользу этим. Хотя бы дайте мне шанс один. Если никакой пользы не будет, то вы ничего не потеряете, вы не потратите ни копейки. Просто, если вам не понравится, что там мелкая, там светлые пейзажики будут, в принципе, они никому не будут мешать. Но если вам захочется, чтобы я их стер, я сотру их, и паспорт свой вам, он будет у вас, мой паспорт. На всякий случай, если вы там, любые вопросы можете задавать. Прошу откликнуться. Если вы простой человек, ну, простой рабочий, работяга, простой человек, но у вас есть кто-то из знакомых, кто владеет мелким бизнесом, то, пожалуйста, расскажите им об этом. Что еще такое? Ну, все. Я художник Александр Аленин, псевдоним Тихон Мышкин. Рисую всю жизнь для своего города, просто так бесплатно. Можете считать, может быть, я какая-то странная особенность психики, но я реально бесплатно и по собственной инициативе рисую для города, для серого своего города. У меня есть только фотографии остаются, потому что все это смывает дождем. Но на стене, на которой я на вашей нарисую, это не сотрется, это будет бесконечно. Особенно если покрыть лаком. Это будет как картина краской бесконечной, потому что это уже проверено временем. Вот, расскажите, пожалуйста, это всем, кому вы можете. До свидания.